24 марта в Центре технического творчества «Ухта» прошли комплексные соревнования по стрельбе в рамках спартакиады трудовых коллективов Красногвардейского района. Показать свою меткость приехали больше 10 команд различных предприятий. У нас очень дружный коллектив, ребята, есть и работники, и инженеры, и начальники, все замечательно, все пришли, как всегда. Профсоюз у нас впереди всех. На самом деле хотелось бы почаще тренироваться, наверное, больше. А так, в принципе, все хорошо. Нам все понравилось. Для разогрева участникам дали несколько тренировочных выстрелов, только после которых попадания в мишень пошли в общий зачет команды. Перезаряжать винтовку необходимо было без чьей-либо помощи. Это важный показатель ответственности и подготовки. Мы готовимся к городу, к городским соревнованиям. Это прописано в положении городских соревнований. То есть мы, грубо говоря, делаем такой небольшой отбор на город. Следующий этап спартакиады – спортивное ориентирование – пройдет в апреле. Организаторы надеются, что еще больше команд присоединится к участию в соревнованиях, итоги которых подведут в конце года, в декабре. Елизавета Фролова, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для K-Insider.